Браво! Мои поздравления, Шторм! Это было легендарно, фантастически, феерически, классно, превосходно. Офигительно. Незабываемо. Какой накал эмоций, сколько страстей. Кто-то может сказать, что ты лишь демо-версия Олега Давыдова. Кто-то может сказать, что у тебя кишка тонка быть самим собой. А кто-то может сказать, что ты одолел ничтожество. Кто-то, но не я. Победители не судят, и я принимаю твою победу. Ведь я уже давно не судья, и я твой палач, Шторм. Обратный отсчет пошел. Время, когда российский рестлер, самый хардкорный из семьи, Александр Набиев, не явится к вам в Украину, а просто вернется домой с еще одной победой, а ты вернешься с еще одним поражением в свою родную федерацию UWZ. Олег Давыдов преподал мне отличный урок на королевской битве, и время разговоров подходит к концу. Настает время показать тебе кровавую баню, ведь ты еще ничего не видел. Ha ha ha.